Он на веревке. Да, серьезно. Да как так? Ты первый раз такую вижу. Офигеть, это что-то новенькое. Ой, бегите. Ай, блин, убил с веревки. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Куёка, Пингвинус, Думгай, Гусанёк, Форум, Арара и Белый Кот. Пацаны, скажите классные слова. Привет. Всем приятного аппетита. Всем привет. Бананы всем привет. Вкусные. Сегодня будем записывать NPC Security Breach и с оружием с этой же игры, которые могут и глушить, и ослеплять. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. И я включаю искусственный интеллект. Ребята, не забываем ставить лайк, подписываться на канал. Ролики выходят каждый день. Они дерутся. Они что, между собой делают? Вы что, сдурачь? Ой, а что он слепит? У нас есть, короче, ребята, оружие, которое их может глушить. Я так понимаю, что вы сейчас всех застоприли, они будут постоянно стоять. Молодцы. У меня хп тратить. Ай, блин! Я его не увидел, я не увидел. О, давайте Ванессу. Ванесса, кстати, ее нельзя ослепить. Что, аниматроника убьет? Ай-яй-яй-яй. Да. Блин, да что за эффект? Блин, задрал этот челик слепить меня. Ты чё, как под водой, что ли? А где Ванесса? Её убили. Её убил этот чёрный. А, убил её? Я не знал этого. Так, давайте, чтобы было веселее, поставлю много Ванесс. Ой-ой-ой-ой-ой. А их лазером нельзя, да, убивать? Можно. Но ослеплять только. А, ослеплять? Я вижу. О, прикольно. Все, всех ослепили? Нет. Так, короче, я так понял, да. Что с этим оружием вообще нема смысла выживать, что ли? Будем постоянно их слепить? Она ослепляется. Ах, блин, все-таки подошла, убила меня. Сами хорош. Это будет мощно. Ого. Да. Я боюсь. О, вижу, превращаются. Превращаются. А чё они не убивают нас? У них, кстати, жизни очень мало. Проверял? Да ты что, жесть! Все, пошел. Он на веревке. Да, серьезно. Да как так-то? Первый раз такую вижу. Офигеть, это что-то новенькое. Ой, бегите. Ай, блин, убил с веревки. Ой. Ха-ха, он прям по крыше летает. Это наполовину читерский. Это Дима Карл. Ай, шут хотя бы. Так, а чё они стоят? Я думал, они будут за нами гоняться жестко. Ну что, ребята, вы готовы к выживанию? Да. Сейчас будет, ребята, очень жестко. Готовьтесь. Будьте внимательны. Ой, они прыгают далеко. Так, зайца. Первый слился. Ого, он прыгает. О-о-о, это прям... Тихо, мужик, успокойся, псих. Ого, они прыгают. Здорово, мы тут. Вообще жестко. Так, давайте сюда пойдем. Еще тварь! Убил, красавчик! Так, я буду здесь стоять. Тихо. Ого, он уже здесь! Эй! Блин, прям в него скинул! Он в воздухе меня схватил, вы видели? Да вы специально это сделали! Я только люблю так делать. Молодец, профессионал. Опа, тихо. Еще чуть-чуть бы и допрыгнул. Успокойтесь. О, я знаю, кого еще надо взять. Я знаю. Монти. Эрорка. Их, кстати, переделывают. Ребята, так что этот пак обновили? Воем. Что-то за звук. Отлично. Класс. Я, он прыгнул на тебя? Он на меня прям прыгнул, да. Так, смотрю. А что они не бегают? А что ты не бегаешь? Что? У них заканчивается. О, я знаю, кого еще надо поставить. Давайте поставим Рокси. И Рорка тоже. Блин, ребята, переделают NPC. Значит, будет все лучше и лучше. Потому что мы вот записывали, не было и Ророк. А теперь появились. Так, давайте еще поставим. Мой Монти стоит. Во. Пошло. Будет весело сейчас. Прям на Думгая. Прикольно. Да, я успел, кстати. О, спасибо, что ты меня оттолкнул. Еще чуть-чуть бы он меня поймал. Пожалуйста, Дима. О, я буду тут стоять. Пас! Ты за... Как ты зара... Это... Ай, блин, вы опять меня скинули! Ну, блин, это же честно, это не честно! Так это же честно! За мной гонятся.
Безногий крокодайлус прыгает. Безногий. Ну да. Так, гусь сидит. А я его сейчас удалю, я сейчас других поставлю. Давайте будем еще добавлять. Давай. О, тот, который слепит. Во, что было сложнее. Вообще ничего не видно. И еще, знаешь, что-то еще у нас кто-то слепит. А он не атакует. О, побежала. Есть, схватила. Гусанек. Кто сколько раз уже умер? Я ни разу. А нет, я один раз. Вот это они жестко сливают, схватили. У Йока есть контакт. Ты что стоишь там? Обиделся что ли? Тихо, убегайте. Отлично, они меня не поймают. Ой-ой-ой. Тихо, 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 успокойся. Блин, в темноте такие глаза у него, блин, розово яркие вообще. Побежали, побежали, побежали. Стоит, а что ты стоишь, мужик? Он отдыхает. Да блин, вы задрали меня толкать! Зачем вы меня толкаете к ним? Я же задрался умирать. Привет, Димка, твои дела. Это все хорошо, все нормально. Так, давайте еще кого-то поставим. Давайте поставим. О! Нет, с лазера стреляют. Ха-ха, вообще жир. Вот это вахханалия сейчас будет. А зачем она стреляет? А так она по ним стреляет или по нам? Нет, по нам. Не, по ним. По ним стреляет? Да, она их глушит. По нам. Нет, ну случайно вам так кажется, она по нам стреляет. А жизнь не тратится? Есть фиолетовый экран. Да. Подойди, проверь поближе. Так, сейчас мы этого челика удалим. А! Да вы задрали толкать! Да ну зачем? Хуёга, молодец. Там ты что? А я не помню, кто тебя ослеплял? Помните, ослеплял так жестко? Вот это вот, спрингтрап, он стоит. Так, сейчас, сейчас, сейчас. Нет, еще помню, кто-то... Может, Рокси обычно ослепляла нас? Или Чика, уже не помню. Нет, заящая Рокси такая. Когда она в облике своем. Сейчас, сейчас, сейчас. Давайте поставим. Ага, доделывают. Во, есть. Вообще жестко, а? Очень жестко. Да что творится? А, я прям выхожу, они меня убивают. Так и надо. Да ты шо? Так, давайте, кто там проиграл, выходите. В смысле выходите? А я тут ставлюсь в какой-то комнатке. А ну давай, Куёка, выходи. Не-не-не, давай ты. Так, смотрим, давай, белый кот, выходи. Окей. Гугл. Хорош, Куёко! Я выжил! Ай, да блин, ты смотри, ждала меня! Жестко! Да что они делают? О, ушли, ушли, ушли. Так. Я их отодвинул. Понял, понял. Ну ничего, прикольно. Не надо отодвинуть. По 10 хп стреляют, поднимают. О, сейчас умру! Ой-ой-ой. Так, 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 поднимаемся. Давай починю тебя, давай починю тебя. Давай, а я куёк. Да отвали ты, я боюсь тебя уже. А, ай-яй-яй. Убил. Убил. Прикольно, прикольно, не гася. Так, кто у нас еще есть? Мы. Мы, вот именно. Так. Блин, плохо, что Чика и Рорка, раньше не было. Вот кто слепит, я нашел. Главное, Чика ослепляет. А, она? Да. А как она ослепляет? А, увидишь. А я боюсь. Ой-ой-ой. Ты что вы остров устроили здесь в вакханалию жесткую? Дима, бегим. Бегим, бегим. Дима, стой, иди сюда. А я боюсь. Да, ты мне хочешь опять скинуть? Не будешь? Хорошо, не надо. Я буду как раз таки. А! Да кто это? Это он, да. Нет, это не форум. Вот, 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 стоять. Вот, да, это он. Стреляйте по нему, сейчас его убьют. А! Есть! Форум, ты чего, предатель? Нет! А я не знаю, хочу, это жестко гасят! Сейчас... Ой, давайте, знаете, что сделаю? Сейчас поставлю все вот этих чик, которые ослепляют. Вы готовы? Давай. Ой-ой-ой-ой, ребята, сейчас будет что-то жестко. Поэтому обязательно поддержите ролик лайков. О, ух ты! Ха-ха-ха, ничего не вижу! Ой! Убили на расстоянии? Правильно. Да, они же ослепляют. Ой-ой-ой. А что ты за... Жестко. А! 10 хп отнимают. 70. Ай-ай-ай-ай. Вообще сильно, они сильно. Они на расстоянии. А что они не бегают? Не сталкивайте, пожалуйста. Окей. Пингвинус не ломает. А как пробежать? А это вообще возможно пробежать? Нет. Ёка, потаскивай их. Дим, давай я помогу. Ну давай.
А я просто пистолет. Да что такое? Значит, верю. Ой-ой-ой, как ты сейчас? Да смотри, прибежали. Я выжил. Вот это толпа. Давайте проверим, как пацаны убирают. При входе в пиццерию. Я выжил. Толпа просто. Ай, нет. Я умру сейчас, она ослепляет. А меня ослепляют очень сильно. Да, Дима, давай-ка не будем делать глазком бобо. Все. Хорошо, давайте других. Это я просто проверял, как они мочат. Мочат хорошо. Мочат очень хорошо. Отлично прям мочат. Хорошо, сейчас мы поставим других. Это должен уже... Во, давайте поставим вот этих. Сейчас вам понравится. Как понятно. Ой, я испугался, Дима, по всей карте, ребята, ставлю. Я повернулся, там крокодил летит. Вот это жесть, все. Ой, тихо, успокойтесь, крокодайлусы. Так, бежим. Интересно, убьет меня тут? Бежим, ой, люди. Меня жопа. Беги. Нет, не видят. Ой-ой-ой, тихо. Как выйти теперь? О, сюда. Тихо. Я боюсь крокодилов. А! Косожоп, да блин, схватил! Он крокодил, крокожил и будет крокодить. Они двери выбивают? Я могу дверь? Давайте дверь удалим, посмотрим, что будет. О, ничего не произошло, просто дверь удалилась, там стена. Это прикольно. Тихо, успокойтесь, мужики. А если я тут буду стоять? Они вообще бегать могут? Они могут. Ого, прыгает. А двери могут ломать? Давай проверим, так, закрываем двери. Да, они вроде могут. Тихо. Думаешь? Аккуратно. О, дверь отломал. Ха-ха, по башке дверь не дало. На тебе. Опа. О, я уже здесь. Тихо, успокойся, Монти, Шмонтович. Стреляй по двери, ломай. Ломай, нет. Не надо, другая. Мы сам Димасика убьем. Ломаются. Дима, я с тебе сломал специально. Да. Спасибо, уже поздно, я убил. Да. Извини, пожалуйста, он меня удерживал. Ой-ой-ой, их сколько здесь. А, вот тебе карма. Ух ты, вдвоем хотели на меня прыгнуть. Слушай, Дим, привет. Привет. Да. Есть контакт. Есть контакт. Да, Дим, есть контакт. Я знаете, что хочу потом какую рубрику снять? Если этот ролик наберет 3000 лайков, мы снимем, какой аниматроник настоящий. А? Давай. Можно же в них вселиться будет? Тихо. Так, держи. На, бочку тебя. За тебя меня убили. Я не виноват, ты сам виноват. А почему я виноват? Он на тебя завелся. Ну что, пацаны, давайте все-таки их помочь им. Открываем огонь. У них мало жизни. Ай, сзади. Ай, зараза. Ого, разлетелся. Вот это вы психи. Ну что, огонь открыт. Ой, прикольно, да, разлетаются? Остаются только половинки от них. Алло, шаром. Они умер. Ой, взорвался. Такие искры от них идут, прям жесткие вообще. Привет. Взорвался. Так, по мне не стреляйте, пацаны. У вас какое-то мощное оружие. Че, вы всех убили, психи? Нет, там еще один есть в магазине. А! Слышь, кто это мне скинул? О, вижу, они там под ступеньками стоят. Гаси. Дима, а как ты думаешь, кто тебя скинул? Ты! Да не, ты чё? Так, чё ты не умеешь? О, арбалетом жестко их мочить можно. А ты не попадай. А! Вы задрали меня скидывать, заразы! Ой, красиво. А вот и куёко. Повезло, дядя, что не попал. Где дядя Куёка? Что, всех убили? Да. Так, ребятушки, мы сейчас сделаем очень классный тест. Мы сейчас поставим этих аниматроников и взорвем небольшую бомбу. Ну, не ядерную, просто такую бомбочку, довольно-таки немощную. Мне уже Дима не нравится. Нет, тебе понравится. Из Гредвича? Да. Ну, маленькая бомба будет. Ой, эрорки. Так, подожди. А что они у меня эрорки наполовину? Очень странно.
Так, сейчас я бомбу поставлю здесь, ребята. Все-таки мне интересно, взорвет их бомба или нет. Это для следующих роликов проверяем. Вот эта бомба. Все, отходите и взрываем ее. Давай, Дим, взорву. Отходи. Сейчас, сейчас. Все, взрывай. Бу. Ага. Че, не целые? Не отнялись. Нет, да, да, целые. Вообще не отняли. Да. Вообще жизни не отнялись? Да. Так, хорошо, тест не прошел. Давайте другую бомбу. Все-таки я хочу проверить, какая бомба их уничтожила. А ну, давай вот эту. Давай, давай, давай. Отходите. О! Нормально. Целые, да что? Они начали только ходить, да, почему-то? Да. Мне кажется, они запереживали очень сильно, что мы с ними делаем. Давай вот эту бомбу. Сомкнулись. Газ, газ, пошел. Убегайте, взрыв будет довольно-таки немаленький. Убегайте, вагон. Отнялись, отнялись. Отнялись? Ой-ой-ой, мощно, жопа горит. Крокодил сдохнет. Сейчас один сдохнет. Да почему? Так, отходите, отходите. Ой, ребята, сейчас будет еще больше взрыв. Кстати, там уже подыхает. Все, они умерли. Все? Умерли. Да, 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 да. Ой-ой-ой. Значит, их можно бомбами, которые выпускают газ, убивать. Сейчас будет тест, как они выдержат ядерный взрыв. О, самое лучшее. Да. А. Да что вы деретесь, мужики, прекрасно. Да что вы, дураки, что ли? Боже, вы что, гонимы? О, давайте тогда одинаковых поставим. Про тебя у них же жизни одинаковы у всех. Да? Ну да, да. Так, давайте. А то они дерутся постоянно. Можно вообще сделать битву, арену построить и битву аниматроников запилить. Дима, там еще одного, как Ванесса, вселился дух. Вон летает. Да нормально. Мужик. Господи, хватит. А что с... А, дураки, что ли? Это призрак? Ха-ха-ха, аниматроник призрак. Так, подожди, не летай. Ну ладно, пусть летает. Так, ставим бомбу. Атмосфера, вот. Добавлю. Вот. Может нормально? Может нормально? А вообще нормально. Так это сильное. Ну это ж ядерное. Все, живые! Ой, живые! А чё? У них мало жизни отнялось, они всё-таки отнялись. Ясно. А чё не читеры? Ну читеры банные. Блин, вот тоже нам, впрочем, так же вот ядерные. Ой, сейчас будет 6 взрывов, но мы проверим, выдержат они или нет. Ой-ой-ой-ой-ой, что творится? Я ничего не вижу. Ничего. Ого, мы умираем сразу. Они умерли, Дима. Они умерли? Да, умерли. Ну что, ребята, ядерный взрыв их убивает, и это хорошая новость. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Ой-ой-ой, давай, поломай, Гаррис Мод. Ты сейчас...